Набрались хороших, положительных эмоций. Поэтому хочется пожелать вам здоровья, счастья, благополучия. Хотелось бы пожелать вам успехов в футболе, в учебе. Надеемся, что частичка «Спартака» останется в вашем сердце. Дорогие ребята, уважаемые преподаватели, поздравляю всех с окончанием турнира. Сегодня были условия очень сложные, но вы молодцы, дошли до финала, вот играли в финальных играх. Поздравляю победителей, призеров, вот, но кто не стал победителем, призером, не отчаивайтесь, в следующем году у вас есть такая возможность улучшить свои показатели. Так что поздравляю всех, всем всех благ и ждем вас на нашем стадионе в Тушино. Участие в нашем турнире.